История несчастной любви и предательства вернулась на сцену Геликон оперы. Там прошла премьера обновленной оперы «Аида» Джузеппе Верди. Режиссер Дмитрий Бертман потратил на создание этой постановки 3,5 года. Она отличается от предыдущей версии, шедшей в театре, не только масштабом, но и музыкой. Зрители впервые услышат увертюру, которую Верди написал специально для самого первого представления этой оперы в Каире в конце 19 века. Очень много существует тайн до сих пор в мире культуры, в мире искусства. Была история, что увертюра была совсем другая. И она не состоялась, потому что не хватило оркестровых репетиций. И Верди положил эти ноты у себя на вилле Санта-Агата, и они там лежали до 70-х годов 20 века. К премьере новой «Аиды» в театре подготовили выставку. Она посвящена Древнему Египту и прототипам оперных персонажей. Среди экспонатов есть подлинная древнеегипетская статуэтка богини Исиды и копия бюста Нефертити, оригинал которой хранится в Берлине.